добрый день! Но кто же из нас не любит сладкого? Для всех сладкоежек в торговом центре Dream House прошло открытие уже третьего офлайн-бутика шоколадного ателье La Princesse Choco. Лучший бельгийский французский шоколад, нежнейший мармелад и воздушные макарони – все это можно найти именно здесь. Сейчас многие говорят о моде. А скажите, пожалуйста, есть ли мода на сладкое? Ну, да, есть. Если вы побываете во Франции в бутиках, то к Новому году и к Рождеству, и к Пасхе выпускаются целые коллекции шоколада. Вот. Также есть мода на вкусы. Сейчас, допустим, очень модные вкусы со всевозможными специями. Это может быть и базилик, и розмарин, и корица. И, ну, во что только как шоколадье его фантазия позволит. Все стараются смешивать, и получается иногда очень хорошие вкусовые сочетания, там, и трюфель с перцем чили, и на нашей витрине тоже присутствуют такие конфеты. Я вообще, в принципе, большая сладкоежка, очень люблю сладости, и все представленные здесь сладости мне просто так хочется собрать к себе поближе. Да, в принципе, люблю сладости, особенно которые здесь представлены, капкейки, макарони, очень нравятся. Наверное, как и все девочки, как все принцессы, я очень люблю ванильные пирожные, клубника. Наверное, вот это мои приоритеты. Я люблю какие-то сложные пирожные с необычным вкусом. Обязательно, чтобы присутствовал шоколад. Не очень жирные, не очень горькие. То есть полезные я не люблю. Лучше я съем там одно пирожное там в месяц, но оно будет прям очень вкусное. Чем я буду каждый день есть что-то такое не очень приятное, типа горького шоколада. Мне это не очень нравится. Сегодня я ничего еще не пробовала, потому что я жду, конечно же, рекомендации, во-первых, хозяйки салона, которой я очарована, которую я давно уже знаю, встречалась на разных мероприятиях, и которая все сделала с огромным вкусом. И вот у меня дочка сейчас принимает участие в мастер-классе, я бы хотела попробовать что-то из ее ручек, потому что много, конечно же, не съесть, и я надеюсь, что вот она приготовит мне самое вкусное что-то. Что, не знаю, наверное, сюрприз. Наталья, вы любите сладкое? Я люблю сладкое, особенно когда это сладкое приносит пользу. Я сегодня здесь не случайно участвую в благотворительном проекте «Красота детям». Это помощь малышам, у которых есть некоторые проблемы с внешностью. И для многих это становится трагедией, они тяжко адаптируются в обществе. И вот благотворительный фонд Римы Мойсенко задумал такую интересную акцию. То есть сегодня приятно и с полезным. Мамочки с детишками пришли на красивое мероприятие. И есть возможность уникальная, чтобы дети поучаствовали в спасении жизни такого малыша. Сегодня что больше всего понравилось из сладостей? Из сладостей, ну, наверное, пирожные, вот, потому что сначала я попробовала кучу шоколада. Конечно, очень люблю шоколад, но хотелось какой-то, да, такой вот немножко сбить вкус, и как раз пришли такие пирожные, которые очень нежные и воздушные, там, с сыром маскарпоне, как я поняла, вот, и прямо очень-очень вкусно было. Я очень люблю шоколад. Мне очень нравится вот горький шоколад, и когда у меня упадок сил или плохое настроение, я всегда покупаю плитку шоколада 99% какао и чувствую себя гораздо лучше. Во все поездки я всегда кладу с собой шоколад, потому что после самолета, если сразу же идет спектакль или съемка, то хочется какого-то тонуса. Марина, вы сладкоежка? Да, я в этом признаюсь, потому что вообще большая проблема для меня всегда. Вот я могу жить без мяса, но без сладкого я не могу. Я даже пыталась там правильное питание, разные диеты, но без сладкого вот, ну, невозможно. Все равно я так раз-раз кусочек, но обязательно съем. Так если вы так много сладкого едите, как удается соблюдать такую форму? Вот, я посещаю спортзал, и если я позволяю себе съесть что-то сладкое, вот, то я добавляю к своей там беговой дорожке еще, соответственно, там 40 минут, поэтому только спорт. Алекс, скажи, пожалуйста, сладкое любишь?
Да, обожаю. Особенно обожаю шоколад и какао. Очень люблю именно напиток какао. Потому что напиток какао, на самом деле, многие не знают, да, если правильно хороший какао заварить, то это очень сильный энергетик. Он даже сильнее кофе, между прочим. Чашечка какао с утра, это прям потрясающе. Либо кусочек горького шоколада. Вот здесь я первый раз, да, первый раз. Но вообще я бывала вот в подобных, да, местах, где вот именно шоколад ручной работы. И хочу сказать, здесь очень красиво, все такое какое-то конфетное. И, конечно, ну, по-моему, замечательная идея такая прекрасная. Шоколад ручной работы, это всегда красиво, это вкусно. И отлично вообще здесь, очень, очень уютно. А в мастер-классе хотели бы принять участие? Ой, я, наверное, посмотрю, как это все делается, да, я, конечно, сама никогда не делала, и не знаю, получится ли у меня, но я посмотрю, что это такое. Я редко шоколад ем, потому что стараюсь следить за фигурой. Хотя могу сказать, что, наверное, пожалуй, именно вот горький шоколад, он является самым минимальным, наверное, вредным продуктом с точки зрения всевозможных вот этих вот кондитерских изделий. Поэтому, в общем-то, если уж есть что-то и позволяет, то это именно горький шоколад, ну сладенький чуть-чуть. Мне очень нравится в Финляндии. Там у них очень грамотно это сделано с точки зрения того, что дети дисциплинируются и понимают, что это лакомство и ценят его. И при этом не разжираются, вот, ну, как бы так. Значит, у них сделано как, у них почему-то это суббота. Называется папин день. Почему папин, не знаю, но именно в субботу дети там могут со всей семьей, естественно, с мамой, с папой, идут в магазин сладости. И там даже продаются целые сундуки. Ну, кто не хочет, тот выбирает себе то, что именно он хочет. И вот они в этот субботний день, выходной, они покупают столько, сколько ребенок хочет. Вот он сидит, ест конфеты, но зато потом он ест всю неделю. Сегодня звезды сделали свой выбор, и наши сладкоежки теперь знают название настоящего шоколадного рая – La Princesse Choco. Оставайтесь с нами и следите за новостями на Melon Rich TV.